Всем привет, доброе утро. Так, девочки, сейчас хочу печку почистить, бы я вчера готовила и не, ну так ее протерла и все, а то и сегодня жарила, надо помыть грязная. Видите, она мне поцарапалась. Ну это уже давненько, ну как месяца два, наверное, назад. Что-то на сковородку, на дно какой-то там, не знаю, что-то какой-то камушек маленький пристал, и я, наверное, так делала. По-моему, ладно, я не из-за этого хотела вам сказать, девочки, по поводу мочалок. Вот эти мочалки я покупала, которые коричневые. Сейчас я гляну, есть ли мне от них... Нет, упаковки нет, я их просто распечатала. Я вам хотела сказать, чтобы вы такие не брали. Мочалка сама вот тут, она хорошая. Но я их выкидываю постоянно, девочки. Вот это вот все отслаивается. Вот так все время все отстает. Некачественные. Получается, она еще, как бы, я ей только достала вот недавно. Пару раз там помыл, пошоркал что-нибудь, и все. И все вот это вот такой, ну, вид ужаснейший. Ну, что это такое? Хотя мочалка сама вот, ну, не разлазится, а вот это вот как-то плохо поприклеивали. Наверное, выбросила. Сейчас гляну. По поводу хлеба вы мне написали отдать животным. Ну, я не знаю, вчера читала в интернете по поводу... Ну, собачкам такое нельзя, девочки, давать, не надо. Но желудок тоже им засорять. За птиц читала. Ну, можно птиц кормить. Пользы там нет никакой, но... Глянем в своем сундуке. Нет, девочки, я выбросила. Выбросила, просто остались. Вот, не очень эти мочалки. Наверное, достану вот такую вот патриотичную. Вот, а эти, да, не ахти мочалочки. Просто вам хотела сказать, это я брала в Еве, но не помню, какая упаковка, ну, фирма как называется. Вот. Мне хочется просто от таких визуальных шумов уходить и более так, чтобы были не яркие цвета, но не очень. Вот черные я покупала, помните, они были классные. Ага, вот, вот эти салфетки хорошие, вот эти вот тряпочки вам уже показывала, тоже хорошие. Покупала вот эти вот шершавые такие губки, такими что-то я не воспользовалась. Она очень такая жесткая. И не знаю, это, наверное, очень-очень грязную посуду там или казаны мыть, тереть, я не знаю. Но у меня такой как-то и посуды нет, и я боюсь, что я вообще испорчу. Я ими не пользовалась. Кто пользовался, мне кто-то писал в комментариях, напишите, что вы ими чистите. Что тут такое вот нарисовано. Ну, такими не воспользовалась. Купить купила. И все. Мы позавтракали. Я сварила себе кофеечек, заварила в турочке. Блинчики поели. На сковородке разогрела с этим, ну, с мясом блинчики. Сейчас соберусь. Тут немножко хочу на кухне порядок навести. И поедем к маме. И к папе тоже. Тут мне все время пишут, что ты говоришь маме, к родителям поедем. Все время или покупаю это маме, мама заказала, маме, маме надо отвезти, маме отвезти. Ну, потому что мама как бы заказывает, и я вот мне мама заказала, и маме, маме, и маме, и папе. Вот. Ночь у нас, как у нас ночка прошла? Ну, час ночи было громко в соседнем городе. Но оно рядом очень, ну так, громко. Час ночи. Я еще не спала. Сегодня снова поздно лягла спать. Прям поздно-поздно. Что Бифрейн меня не этот, не убаюкивает. Но он не такой. Он не такой. Он не Соник. Но надо именно, если перед сном за полчаса или за час до сна выпить, тогда вы, может, и уснете. Сейчас я этой мочалкой почищу и выброшу ее. Там мой кофе остался. Тут тоже немножечко осталось, можно потом долить чайник, вымыть заварничек. Вот так вот этой, вот этим средством буду чистить печку. Порошочек насыпем. Вот.
плохо, что-то закрывается, наверное. Много уже насыпалось. Значит, закрыла. Не хочется мне пшикать ничем, никакими средствами. Так уже напшикалась, весь этот испортила, девочки, бачите. Антижир. Ой, тут надо помыть. Тут шляпает тут все. Ладно, сейчас попротираем все. Видите, все испортила. Наверное, не я одна такая. Многие девчонки так портят. Это вообще началка, ужас. В Еве покупала. Вот эти коричневые не берите, девочки. Все, помыла печечку, вымыла. Вот эти круги уже, конечно, не вымываются. Тут такого нет. Не знаю, того, наверное, что часто готовишь, вот такие вот. Так не видно. А так видно. Ну, ладно. Так, все, заварник вымыла. Все, пойду собираться. Мочалку вымыла, там помыла все. Мочалку вымыла, выкинула. Мочалку выкинула. Некрасиво. Чуть-чуть осталось. Потом надо заменить на новенькую. Так, мы уже собрались. Бабушки сумки тут все с дедушкой приготовили. Жду сейчас Софии, когда одевается. Оделась уже. Обувайся. Сумочки подам, поедем. Софика еще открыточку бабушке нарисовала. Ну, или не нарисовала, а сделала. В школе вместе делали они поделку. Такая открытка красивая. Только не показывали. Она у меня кривая. София, ну что ты делаешь? Все повываливала. Я не виновата. Но она все равно выпала. Она и так тут елем стоит. Видишь, даже вложила лучше, чем ты. Раздевайтесь, мы прибыли. Разбывайтесь, раздевайтесь. Ой, пыли надышались, такая пылюка на улице, ужас. Недолго музыка играла с интернетом. Здравствуйте. Бабушка стоит на другом кресле. Давай, бабушка, разбирайте, мы так, раздеваемся. Это моя, да, это моя сумка. Это ваша сумочка. Ага. О, вы прям с подарками. Да, к 8 марта. А мы ж, может, не увидимся вдруг. А ну, Софийка сделала тебе, переверни. Она перепутала трохи. Вона говорить, мама, я написала з 8 марта, не з березня. Я говорю, ну бабушка не обідеться, да? Нічого, да. Вон які ці красиві. Да, да. Ці ландыши? Ні, подснежник. І ландыши, це ж сніг. Да, да, да. Читай. Молодець, Софічка. Читай вслух. Лучшей бабушки любимой никого на свете нет. А, лучшей бабушки любимой никого на свете нет. С 8 марта поздравляем. Желаю долгих лет жизни. Пусть от счастья расцветает, улыбается, поет. Пирогами угощает и грустить нам не дает. Дякую! Да, значит, я на сегодня делала такую поделочку, говорю, вот бабушке как раз и отвезешь. Да, 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 хорошо. Угу. Ага, хорошо? Да, вот так мы поставим тут. Хорошо. Угу. Хорошо. Сейчас я пораздеваюсь. Да я тут в спальне кину. Где-нибудь. Ну да, Софии тяжело было отнести. Что мне телефон так снимать? Что такое? Какой да, косметики? Эти. Мам, ну это шампунь. Да ну ты мне тогда еще привезла, там шампунь не хватит. Мам, там... ну пусть стоит, он, знаешь, он срок годности не пропадает. Ну, спасибо, но шампуни полно. Я ж так это самое, да. А это что? Бальзам для волос. И бальзам для волос. А, спасибо, ну... ну ладно, спасибо. Так, ага, а вот это... Гель для душа. Опять проблема с водой. Да, ой, да и у нас что-то там писали сегодня, воды нету. А, ремонты идут, угу, там какие-то. Ага. Ты что он там капнула? Наверное, что-то готовила, да? На футболочку. А, ну ладно, ничего страшного. Это прихватка вместо твоей тряпочки. Ой, тряпочки. У меня есть кисневый теперь. Смотри, ты вот одела рукавичку, раз, а второй прихваточкой, два, и в духовочке взяла.
Ой. Вот чтоб пользовался. Вот прям отрывай и выкладывай. Ой, ты, мам, ты все время печешь. Вот не надо жалеть. Вот тебе тряпочки, ну, доставай. Одно, другое. Ну, Лянек, хорошо. Я не знаю, как... Я без них не могу, без таких прихваточек. Вот тебе раз... Взяла. Это ж смотри, оно как горячее, не печет тебе. Ты тканью берешь, а это твоя ручка в безопасности. На. Я люблю свою тряпочку, да? Ага, в кисневом кислороде выстираю. И хорошо. Ладненько. Посмотрим. Так, пользуйся, пользуйся. В кухню там выложишь и будешь пользоваться. Я все время пользуюсь. Положу сейчас здесь. Так, мам, я тебе привезла вот это одеяло. Вот это одеяло. А, это еще шариковый дезодорант. Вот это хорошо. Ага. Вот это только и хорошо, да? Вот это только и хорошо, потому что вот это закончилось. Я бы тебе еще кремы покупала. Не надо. Мам, ну это пригодится. Голову мыть, все. Сколько у тебя там? Не столько, сколько у меня. Ну, шампуни. Ну, да. У меня же коротенькие волосы. Так, давай, так, одеяло достаешь? Да. Ой, еще что-то. А, ну да. Да, одеяло. А ну, София, помогай бабушке, давай. Ничего, ничего. Так, ага. О, а деду на ноги. У него ноги мерзнут, да? Да, дедушка? Да. Тебе, а ну. Ой, вообще. А ну, двойной такой, а ну. А ну, оказывается, двойной. Ну, и все кутаться. Да, а ну, большое. Смотри, какой, Лянь. Ага, это двойное. Угу. Ну, тут же, наверное, эти написаны. Не, размеров нету, мам. Ну, дело. Оно внутри как с синтепоном. Там кто-то че двери толкает. Не? Нету, сквозняк, наверное. Ну, может, их не закрыли, оно. Я закрывала. Даже, ну, а ну, пробуй. Хорошая? О, хорошая будет. Угу, угу. Хорошая будет. О, тепленько. Тепленько будет. Тогда и сложим. Куда ты ложишь? Да давай, ладно. Так какая разница? Не работает, да? Да ну, уехала. Так, дедушка, там твоя сумочка. Хочешь, да, нехай, вон там. Он там будет разбирать, да? Да. Так, это бабушке давай будем отдавать. Мам, я тебе взяла две. А вот. Одна дешевле, одна дороже. Ну, там больше метров, а меньше, да, оно пригодится. Нормально. Вот самое главное. Макофе, мы у вас там пару штучек туда украли. Хорошо, хорошо. Хорошо, что украли? Хорошо. Надо было больше взять. Не, больше не надо. Так. София высыпет туда. Высыпай. София, как носи в ванну? Это, мам, мыло. Снимаю. Жидкое мыло. Мыло. А ну, будешь переливать себе, хорошо? Да. Мне тапочки надо, чтоб ты померяв. Может, придется менять у девчат. А то мы еще не ездили. Так, мама, на. А это тебе внутри открывай замочек. Туби лезвие. Вот. О, упаковка. Вот это хорошо. Все. А это тебе для телефона. Зили. Сумочка Зили. Вышла на улицу, положила телефончик. Положила возле этого. А, это чеки твои. Положила этот рядом на лавочке. Он за ручку взяла и пошла. Да? А мы, Наташа, нашли лампочку большую. Нашли, да? Да. Ну, пусть будут запасные, да? Да, конечно, нехай. Угу. Лекарства там. Куча лекарств. Это лампочка. Да, мам, я тебе взяла, не знаю, надо, не надо, ушные палки. Там они... же у нас есть, ну хватит. А это скатерть, что я тебе говорила. Да. Это ее не... будешь стирать, она тканевая. О, ручки писать. Наташа, у меня тоже где-то же есть такая ткань. Мам, по-другому. Ага, там еще ручки есть. А это ты себе брала, передумала? Мне много, мне не надо этот. Будешь застилать себе, я не пользуюсь. На. А ты застелишь себе, оно будет красивенько там, оно как раз для кухни, зубчиками, ну, да, хорошо? Да, давай. А давай. Тапочки сейчас, о, тапочки давай мерить. Тапочки мировые. А ну, мировые должны мировые подойти. Подожди. Так, давай вот эти подойти. Я уже вижу, что они уже хорошие. Хорошие? Там есть еще больше размер. Не надо, это... не надо. А ну, пробуй. Не надо. А ну. Да, вот они. Все, вошло. Да. Не... Все, мировое. О-о-о. Все, а ну. Хоть танцуй. А пятка не висит? Нет. Не-не-не. А ну, встань, а ну, гляну. Не висит. А ну, штаны. Нормально тут. Лянь,
Не, не висит, больше не надо. Хорошо. Не-не-не, ходевой, хоть убираю. С третьего раза попало. С третьего раза, все, хороший носочек закрытый, все. Там были больше, думаю, да не. Мам, вот это 44-й. Да не, вот положи вот здесь. Ну, что там, ложи тут потом. Хорошие, хорошие. Не, ну, положи вот здесь. Да, там где-то он уберет и все. Хорошо, все, слава богу, тапки подошли. Все, лезвие убирай свои. Лезвие убираю. Давай. Хозяйственное, мама, такое только. Ну, что это за хозяйственное было? Ну, это не такое, как раньше. Такое. Мам, другого нет. Ну, ладно, ладно. Изюмка. Да, изюмчик ваш. Наш, это наш, ваш да. уже. Наташа, а не на тех, кто я кураю? Нет, да? Мам, так, может, в АТБ где-то есть. Если я увижу такие ладно, большие куски, я тебе куплю, ладно, хорошо? Ну, как это так я буду деду. Угу. Ну, то, как плавленый сырок уменьшаете, да? Да. И хозяйственное мыло. Ну, да. Все, с тапочек выкидываю бумажки. То лекарство. Дедушка, вкусные. А где буду? Дедушка, а бери. Я думала, это какие-то да. блины или это ленивые хачапури. Мама, кушайте, тут готовишь? Да, я думаю, что... Это как оладушек, ну, на панкейк похоже. Ну, в середине только вкус сыра. Натертая. Сыра с моцареллой, да? Да? Хорошо. Угу. Для завтрака чудесно так. На завтрак так хочешь? Для завтрака чудесно так. Для завтрака, да. Камилочке такое понравилось. Вкусно, а она ж да? делает, слушай, она тоже, Аня ж делает ленивая. Какие-то делает на сковородке. Она на молоке, а мы на кефире. Хорошее. Все, вам спасибо за гостеприимство. Приезжайте, все. Всегда для вас все открыто. Все. Мы вас любим крепко и уважаем. Все, все. Приезжайте, пожалуйста. Все, приедем, не плачь. Все, приедем. Все, попрощались с родителями. Все, погнали домой. София еще приедет в гости. Там еще домами что-то подкупить. Все. Здрасте. Здрасте. Что это за девочка прыгушка? Где ты есть? Маленькая моя девочка скучала, скажи, мама, хвостик аж хвостик у тебя соскочил, так прыгала. Ой, сейчас нас сыкает от радости. Так, мама передала тут чуть-чуть гостинцев с папой. Да, Мики? Да, сейчас подостаем все сумок. Тут еще одна у меня баночка. Баночка, скляночка. Ладно, сейчас заберем. Пошли. Только что на мне кубрилось, вообще резинки поспадали. Так, ничего не поела. Эх ты, засранка такая. Нагрела ей мясо. Мясо, кашу вообще не притронулась. Ты как мамы дома нет, да? Ты ничего не ешь. Ты дочь булочника. Я ж тебя не ругаю. Вот, взяла у мамы. Просила одни огурчики только с кетчупом. Вот это мне так они нравятся, вкусные. Маленькие такие. На видео что-то кажется большие, а так они маленькие огурчики. И она говорит, да возьми, вон у меня стоит то. Я говорю, это что? Она говорит, по-грузински. Это повидло. А это у нас кабачковая икра. Она говорит, да ладно, едите пустые, возьмите. Так что гостинцы от родителей. Такие у нас бабушки всегда передают вкусняшки. Вот. Ух, лицо пыльное. Сейчас пойду умываться. На улице ветер сильный, пыль. Мне кажется, она везде. Я и во рту чувствую эту пыль. Пыли ужас, сколько много. По поводу подарков видели мамину реакцию. Ей никогда ничего не надо. У нее все богато и все есть. И что она там пользуется, ничего мне не надо. Ну, мама, как завжди, в своем репертуаре. Вот. Такие дела. Пойду сейчас раздеваться, умываться. Пыли прям чувствую на лице вся пыль. Сейчас Мики, не знаю, нагрею снова еды, что-нибудь там, мне кусочек печеночки остался. Сейчас я ей туда чуть-чуть, пусть ест. Видите, я как уезжаю, не хочет есть. Но они так все грустят, скучают, наши питомцы. Вот. Так,
такие дела, ребята. Попрощалась с родителями, потому что не знаю, когда я их увижу и увидимся ли мы вообще. Вот. Такое стоят коробки, мы уже собираемся, уезжаем, а они остаются. Вот. Ладно, на грустной ноте с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до завтра. Но я еще пока дома.